Привет, я Валерий Привалов, передо мной смартфон Bled AF3. И сегодня я хочу произвести полную прошивку телефона, собранной самостоятельно прошивкой в формате PAC. Прошивка собрана на основе обновлений Bled AF3 и, в общем-то, представляет из себя Android 4.4.2, ну и всем известным программным обеспечением. Моя задача просто проверить, сработает ли полная прошивка телефона в случае окирпичивание, выключаю телефон и извлекаю, вставляю обратно батарею. Ну, симку и SD-карту я не достаю, но по идее надо бы. Далее переходим на компьютер. Ну, а здесь программа Research Download у меня запущена. И, в общем-то, прошивка уже готова. Bled AF3 Mod Full 0.1. Если нажать на эту кнопку, то вот она, вся прошивка здесь. Здесь переключаюсь на вкладку. Вот эта галочка рекомендует не ставить. Но так как прошивка была изначально взята от другого телефона и поменены определенные блоки, то я вот эту галочку поставлю. Ну и сейчас нажимаю кнопку «Пуск». Переходим на телефон. Зажимаю кнопку звука минус и подключаю телефон к компьютеру. Там у нас пошел процесс. Кнопку звука можно отпускать. Прошивка закончилась успехом. Нажимаем кнопку стоп и переходим на телефон. Отсоединяем, извлекаем и вставляем обратно батарею и включаем. Ну, системник у меня собран на основе своего бэкапа, так что вот анимация немножко специфическая. Сейчас на некоторое время тогда будет черный экран, потому что у меня анимация эта коротенькая. Не надо подождать. Первоначальный вход системы. И как бы первоначальные настройки. Ну, как оказалось, у меня еще это Marshmallow Launcher еще установлен. Вот, блин, я что-то и забыл. Ну и перед нами загружен такой рабочий стол. Marshmallow Launcher всегда нажимаем. Немножко, конечно, не похожий на это. Вот, зайдем в настройки о телефоне. Вот, блин, я системник точно не тот сделал. Версия Android 6.0, номер сборки 1.06. Проверяем сеть. Ну, CCD запрос сработал. Возвращаемся. Ну, как бы я немножко посмотрел, Wi-Fi работает. Надо проверить заход при кабеле. Включаю телефон и сейчас произведу заход при кабеле. Ну, как оказалось, у нас в рекавере тоже заходит. Скринблок придется заменить. При загрузке немножко как бы притормаживаю. Вот такую информацию я хотел сегодня с вами поделиться. На этом заканчиваем. Всего доброго.